Добрый вечер. Сегодня краем уха услышала, что чипы уже в Швеции вроде людям делают. 600 человек, первый это эксперимент какой-то проходит. Или как. Вот, ну, что я могу сказать по этому поводу? У меня однозначный ответ, знаете, вот с каким сердцем мы это делаем. То есть можно ложить себе чип и говорить, мне удобно, мне с таким... нововведением, с таким достижением технологий новых, удобно, потому что я нахожусь в таком каком-то, ну как это, в зрелом состоянии, да. То есть получается, что все при мне. Вот. Ну, а некоторые люди могут рассуждать, может, таких мало, может, таких и не будет, что вот это же знак на руку, это же знак на лоб, наверное, не знаю, почему на лоб. Это же, наверное, три шестерки. Мне так нравится быть противником Богу. Но вы знаете, для Бога люди в миру еще, которые не познали Бога, они не так страшны, Он их судит, конечно же, как всех. Но сыны противления – это те, которые называют себя верующими. Они, кому больше дано, с того больше спросится. Там соблазн. Ну вот, я уже сколько говорю о Царстве Божьем, и я не могу достучаться, конечно, к тем людям, которые не изучают Библию. У меня 58 подписчиков, я не знаю, кто там изучает из них Библию. Я благодарю Бога за тех, кто меня просто анализируя, принимает. То есть я вижу, что люди пересматривают многие мои видео. Я же видео. Вижу, как на каком-то этапе люди смотрят один, второй, третий ролик. И это же все видно в статистике. И подключаются, ну, подписываются. Пусть это как раз то, что Богу угодно. Потому что человек ищущий, понимаете? Это тот, кто нужен Богу. Ищите прежде всего Царство Божие, все остальное приложится. И когда я сегодня изучаю Библию и открываю для себя все время новые и новые вещи, я благодарна Богу за это. В Деяниях, оказывается, все четко написано. И сомнений уже нету никаких. Потому что Иисус говорил 40 дней о Царстве Божьем. И тут тайна. 40 дней Иисус, когда воскрес, учил апостолов Царству Божьему. И никто не знает, чему он учил. Почему так Бог сотворил? Для тайны. Потому что он говорил о жизни на земле. Аминь. Дальше об этом видно. Вот. Потому что когда он уже возносился, перед тем, как вознестись, его спросили. Значит, не в эти ли ты дни устраиваешь Царство Божие? Не в эти ли дни? Вот. И что Бог сказал? Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, по всей Иудее, в Самарии и даже до края земли. Сказав сие, он поднялся в глазах их, и облако взяла его из вида. Получается, что когда ученики начали задавать ему вопросы, или не в силе время Господь восстанавливает царство Израилю, то есть Божья власть на земле, об этом они спрашивают. Иисус же не сказал, что нет, ну, ищите царство Божие где-то там на небе. Он не говорил об этом, он не исправлял их. Он говорил, не ваше просто дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. А дальше, когда он был вознесен, то ангел явился. И он тоже очень четко сказал, что Иисус придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. И что вы думаете? Я открываю это слово. И проверяю, ну, еврейский или там греческий перевод. Вот там четко каждое слово перевод звучит. И значением. Есть слова, которые многообразные значения. И как вы думаете,
Как переводится слово, которое перевели восходящим на небо? То есть звучит фраза. И сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как и вы видели его восходящим на небо». И вы знаете, как это слово переводится? «Идти, ходить». То есть перевели «восходящим», а оно говорится, обыкновенное слово, глагол «идти, ходить». Понимаете, о чем идет речь? Вот познавайте Бога. Почему Он так говорит? Ждут Иисуса с неба, что Он придет в каком-то таком... Ну, рисуют же. Многие же видели картинки, как христиане рисуют Иисуса с ангелом. Вот. Но Бог показывает, что тут глагол «идти ходить», Христос ходить по земле. Дальше. Жизнь на земле. Доказываю я. И Бог дает мне это, надеюсь, доступно объяснять людям. Вот. Вот такое Царство Божие. Тут, конечно, я начала углубляться, начала читать параллельные места. И знаете, что я нашла? Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, увидят Сына Человеческого, грядущего в облаках небесных, силою и славою небес великой. И вот тут такие интересные переводы идут. Облака, понятно. Грядущего тоже приходить идти, приходить просто идти. Вот. И восплачется, интересно, вообще-то в прямом смысле там слово резать, отсекать, ударять себя в грудь, а переносным только рыдать, плакать. Что же это значит? И тогда восплачутся все племена земные, увидится на человеческом. Восплачутся. Резать, отсекать. Все-таки это показывает Бог, что не все поймут Иисуса, не все примут Его, понимаете. Не все готовы познать Бога. Это будет какое-то отсечение для Бога, избрание детей Божьих. Истина такая жесткая, жесткая истина. Не обнадеживает она, эта истина. Да, Иисус говорит ему: «Ты сказал, даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на благах небесных». Вот это одесную силы вообще потрясающий перевод. На самом деле, тут значение движения изнутри наружу, происхождение, источника, отделение, выделение, причины, средства, состава и так далее. Понимаете? Вот как интересно. То есть Сына Человеческого, сидящего одесную силы, движение изнутри наружу. А сила тут переводится как правый, правосторонний. Потрясающе. Вообще, придумали такой перевод, и близко не тут. Правый, правосторонний, правая сторона, они переводят силы. Одесные. Движение изнутри, внутри. Интересное слово. Сидящий справа. Грядущий. Приходить идти опять-таки на облаках. А тут небесных, поднебесье. Да, можно много еще размышлять, потому что у Бога вся мудрость. Даниил 7, 13, 14. А мудрость его в том, чтобы все искали, чтобы люди приближаясь к Нему, чтобы Он освещал каждого. Это Его воля. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему, владычество Его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится».
Вот воля Божья, чтобы все племена, языки служили Ему. Все племена, все языки. Поэтому мне Бог побуждает переводить свои тексты и распространять. В многих странах я вижу с каждым разом, как появляются новые страны, новые сайты, на которых нахожу свои видео. Я благодарна Богу за всех, кто меня слушает. Я благословляю вас, чтобы вы приближались к истине. Чтобы много было освященных, чтобы много могли принять то дело, которое Бог готовит для всех. Будьте благословенны.